Прокурор Ежалтинского района Элют Куканов водрузил на вершину Эльбруса флаг Калмыкии и прокуратуры. Высота самой высокой точки Европы составляет 5642 метра. Это территория снега и ледников. Подниматься на вершину в таких условиях было непросто. Как рассказывает альпинист, к этому он готовился год. Подготавливал оборудование, разрабатывал маршрут. Цель восхождения – проверить свои физические возможности и исполнить давнюю мечту. Отметим, что впервые на макушку Эльбруса поднялись в 1874 году. Это была группа альпинистов из Англии, которую возглавил известный писатель Флоренс Гроу. А в 2011-м впервые флаг Калмыкии уже на вершине Эвереста вознес президент Федерации альпинизма и скалолазания Республики Кабардино-Балкария Абдулхалим Альмезов. 18 августа 2020 года с моими друзьями из Кабардино-Балкарии мы вознесли флаг Республики Калмыкия на самую высочайшую точку Европы и России. Великий Эльбрус. 5642 метра. Сегодня шикарный день. Дорогие земляки, занимайтесь спортом, будьте активны. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам.